Брендовый экспортный продукт Норвегии. Площадь Норвежского территориального моря занимает чуть больше 1,5 миллиона квадратных километров, что в 6 раз превышает площадь сухопутной части Норвегии. Каждый год в период с января по апрель миллионы трески приплывают в районы архипелага Лофотенских островов, где идеальные условия для нереста благодаря Гольфстриму. В основном из зимней трески производят сушеную или вяленую без посола треску. Начиная с середины марта, когда уже нет опасности, что ударят морозы, рыба обезглавливается, связывается хвостами по 2 штуки и подвешивается на огромных деревянных каркасах для сушки до тех пор, пока она не станет твердой и не потеряет 3/4 своего веса. Производство такой рыбы – достаточно простая технология, однако требует навыков, потому что процесс производства сушеной рыбы настолько зависит от природных факторов, что его можно сравнить с производством вина. Благодаря особому качеству зимней трески и климатическим условиям на Лофотенских островах она считается самой лучшей в мире.